последнее время очень много говорят о летающих тарелках. У нас есть номер на эту тему. Что? Где? Ты видела? Ну, в Москве такого не было и быть не могло. Над Москвою городом ты должен это знать. На бреющем полете запрещено летать. Милые товарищи, ну вот я не лгу. Над Москвою городом видел я звезду. Немного повисела и вернулась в полет. Дураку понятно, что правильный пилот. Милые товарищи, мне нет резона врать. Вот тут сидеть в милиции, на небо прилетать. Такое происходит совсем не каждый день. Не надо мне приписывать, что выйдет в моих день. Верьте мне, товарищи, я в своем уме. Звезда-то опустилась совсем недалеке. И странные пилоты вошли со мной в контакт. Но органы милиции не верят в этот факт. Не было и быть не могло. Над Москвою городом ты должен это знать. На бреющем полете запрещено летать. Зачем же мне завязывать рубашку за спиной? Я трезвый в сознании и помню, кто такой. Но отпустите, милый, я слово могу дать. На горы Воробьёвы я не пойду гулять. С тех пор живу в смятении, мне ночью трудно спать. Все время подмывает, пойди погулять. Но если слово дадено, тогда его держи. А то еще отправишься отстраивать ежи. Что? Где? Ты видела? Но в Москве такого не было и быть не могло. Над Москвою городом ты должен это знать. На бреющем полете запрещено летать.